Уважаемые господа студенты, здравствуйте. Тема сегодняшней лекции – дифтерия. Это острое инфекционное заболевание, вызываемое токсигенными коринобактерии дифтерии, характеризующееся местным фибринозным воспалением, чаще всего слизистых оболочек рота и носа глотки, а также явлениями общей интоксикации, поражением сердечно-сосудистой, нервной и выделительной системы. Возбудителем дифтерии является грамположительная палочка коринобактерии дифтерии. Она была обнаружена Клебсом в 1883 году в срезах дифтерийных пленок. В 1884 году Лёфлер выделил его в чистой культуре, поэтому и возбудитель называется бацилла Лёфлера БЛ. Под микроскопом на питательных средах она выглядит как латинская буква В, изогнутая под острым или прямым углом. Различают три основных биотипа: коринобактерия дифтерия гравис, митис, интермедиус. Иммунитет типа специфичный. То есть, если пациент заболел коринобактерией дифтерия гравис, то иммунитет вырабатывается только данному конкретному возбудителю. И пациент, в принципе, может заболеть дифтерией, вызванной коринобактерией митис или интермедиус. Основным признаком патогенности дифтерийных бактерий является способность их вырабатывать экзотоксин. Поэтому возбудители, продуцирующие экзотоксин, определяются как токсигенные штаммы, не продуцирующие экзотоксин, не токсигенные штаммы, которые не вызывают заболевания. Токсигенные коринобактерии дифтерии обладают специфическим геном TOX+, который и детерминирует синтез дифтерийного экзотоксина. Инкубационный период заболевания составляет от 3 до 10 дней. Индекс контагиозности невысокий, от 15 до 20%. Источниками инфекции являются больные дифтерией, либо реконвалесценты дифтерии, но чаще всего бактерии-носители токсигенной коринобактерии дифтерии. Передача возбудителя осуществляется воздушно-капельным путем, контактно-бытовым путем, через инфицированные предметы, например, полотенца, носовые платки, мягкие игрушки, алиментарным путем, с водой, молоком, сливочным кремом. Или вот в 1994 году у нас был случай, когда редкая тогда была жвачка, папа привез из-за границы своему 5-летнему сыну, и он с этой жвачкой пришел в детский сад, счастливый, да, пожевал сам и дал пожевать своим 5 приятелям. Ну и потом все эти 6 человек, да, наблюдались у нас в инфекционной больнице, у них у всех была диагностирована дифтерия. В регионах с жарким климатом регистрируется дифтерия кожи с контактно-бытовым механизмом передачи. Заболеваемость не такая высокая, как от всех при всех других инфекционных заболеваниях. Пик был в 1995-1996 году, когда заболеваемость составляла 9,3 на 100 тысяч населения. В последние годы буквально единичные случаи заболевания дифтерии. В Ивановской области случаев дифтерии уже не было более 5 лет. Почему я показываю этот слайд? Этот слайд показывает, да, вот эти столбики указывают на процент охвата прививками детей в возрасте 12 месяцев. И мы видим, что в 1996 году охват прививками детей одного года составил 83,7. То есть, да, больше чем 2/3 детей первого года жизни были привиты от дифтерии. Но, тем не менее, какая высокая заболеваемость наблюдалась. Как только, да, стала прививаемость расти, достигла 95%, у нас почти единственные случаи дифтерии стали регистрироваться в Российской Федерации. Эти два процесса, привитость и заболеваемость дифтерии,
очень взаимосвязано. А вот смертность дифтерии, да, вот здесь на графике, начиная с 1980 года, это были единичные случаи, и вот начиная с 92 года, третий, да, и максимум 94 на стыке с 95, да, это была максимальная смертность от дифтерии, когда была высокая и заболеваемость. Основные патогенетические механизмы развития дифтерии связаны с экзотоксином. Дифтерийный экзотоксин состоит из четырех фракций. Это некротоксин, истинный токсин, гиалуронидаза и гемолизирующий фактор. Под действием некротоксина в месте входных ворот инфекции возникает некроз поверхностного эпителия. Повышенная проницаемость сосудов, замедляется кровоток, становятся сосуды ломкими. Происходит пропотевание жидкой части крови в окружающей ткани. Фибриноген, содержащийся в плазме, переходит в фибрин, который выпадает в виде фибринозной пленки. Так как слизистая оболочка ротоглотки покрыта многослойным плоским эпителием, развивается дифтеритическое воспаление, при котором фибринозный выпад, пронизывая всю слизистую оболочку, плотно спаян с подлежащей тканью. Вторая фракция дифтерийного токсина – это истинный токсин, который по своей структуре сходен с цитохромом B, ферментом, участвующим в процессе клеточного дыхания. Проникая в клетки ткани, токсин замещает цитохром B, что ведет к блокированию клеточного дыхания, гибели клеток, нарушению функций различных органов – нервной системы, сердечно-сосудистой, почек, надпочечников. Третья фракция токсина – гиалуронидаза. Она разрушает гиалуроновую кислоту, являющуюся остовом соединительной ткани. При этом повышается проницаемость сосудов и других тканей, что усугубляет развитие отека. Четвертая фракция токсина является гемолизирующим фактором, который приводит к гемолизу. Образование экзотоксина и поступление его из очага воспаления в кровоток происходит постоянно до отторжения фиброзно-некротических масс и значительного уменьшения налетов. Процесс связывания токсина с рецепторами клеток имеет две стадии. Первая стадия, обратимая, продолжается около 30 минут. В результате создается непрочная связь яда с рецепторами клетки, которая при этом сохраняет свою жизнеспособность, а токсин может быть нейтрализован антитоксической сывороткой. Вторая стадия необратимая, она завершается через 30-60 минут. В этой стадии структуры и функции клеток еще не нарушены, но антитоксическая сыворотка уже не может нейтрализовать токсин сама по себе, и эта клетка, в принципе, потом погибает. Схематически патогенез дифтерии можно представить, да, в виде внедрения возбудителя и размножения его. Под действием этого происходит некроз эпителия с выделением тромбокиназ. Резко повышается проницаемость стенки сосудов. Наблюдается выход плазмы, богатый фибриногеном, из сосудов и пропотевание подслизистого слоя слизистых. И образуется пленка, которая состоит из фибриногена плазмы с тромбокиназами, а она жесткая и очень твердо сидящая на этой основе. Выработка экзотоксин, да, сопровождается всасыванием его в кровь, повышением лихорадки, симптомов интоксикации. То есть чем выше повышается температура тела, тем больше экзотоксина находится у пациента в крови. И этот токсин оказывает системное действие на сердечно-сосудистую, центральную и периферическую нервную систему, надпочечники и почки. В патогенезе помимо экзотоксина имеет местное действие непосредственно самого воспалительного процесса, да? И если это крупозное воспаление на однослойном эпителии, а однослойный эпителий находится в гортани, трахеи и бронхах, да? И вот эта пленка, она очень
на однослойном эпителии, она очень не твёрда, да, спаяна с подлежащими тканями и очень быстро происходит отторжение налета и может развиться острая дыхательная недостаточность. И при дифтерии, гортани, трахеи, бронхов как раз основной причиной смерти и является механическая асфиксия. Если воспалительный дифтеритический процесс происходит на многослойном эпителии, да, таких как дифтерия ротоглотки, носа, глаза, кожи, половых органов, то этот налет будет характеризоваться тем, что он очень плотно спаян с подлежащей тканями, да, и этот фибринозный налет очень плохо снимается. Так, и этот налет сопровождается формированием иммунитета. Но чем больше налета, да, то есть то, тем больше находится культура дифтерийной палочки на миндалинах, тем больше она выделяет экзотоксин, который, да, может приводить и к геморрагическому пропитыванию тканей, так и действовать как общетоксический синдром с развитием инфекционно-токсического шока, так, да, и экзотоксин приводит к развитию медиаторов воспаления, нарушению сосудистой проницаемости, ДВС-синдрому и органным поражением дифтерии. Это поражение сердечно-сосудистой, нервной, почечной ткани, да, с развитием тяжелых последствий. Клиническая классификация дифтерии выделяет дифтерия рота, глотки, и она наблюдается у 95-97% больных. Старое название – дифтерия зева. Прошу вас, пожалуйста, не повторяйте старое название. Зев в переводе обозначает отверстие, дырку, да? Но и дифтерии отверстия быть не может. Дифтерия рота, глотки. Также реже встречается дифтерия носа, дифтерия гортани, дифтерия глаз. Та эпидемия дифтерии, что у нас была в середине 90-х годов, она как раз характеризовалась частым развитием дифтерии ротоглотки, чуть реже встречалась дифтерия гортани. Дифтерии ротоглотки могут, да, выделяют локализованные формы, когда налеты находятся на миндалинах, и они могут быть островчатые, пленчатые. Это может быть распространенная форма, когда налеты выходят за пределы миндалин. Это может быть токсическая форма дифтерии. Это наиболее часто мы видели. В литературе описаны гипертоксические формы, геморрагические, гангренозные. Дифтерия носа также катарально-язвенная, пленчатая, токсическая. Дифтерия гортани локализованная, то есть когда налет только на голосовых связках, может быть распространенная, когда налет дифтеритический с голосовых связок переходит на ниже лежащие участки дыхательных путей. Сначала на трахею, потом на бронхи. Ну и дифтерия глаз, катаральная форма и пленчатая форма. Особенности дифтерийной пленки, да, клинические особенности в том, что она очень тесно спаяна с нижележащими тканями. При насильственном отделении пленки происходит кровотечение из травмированной слизистой оболочки, и пленка снова через несколько часов образуется на том же самом месте. Помещенная в воду, снятая пленка не распадается и тонет, в отличие от гнойного налета. Дифтерия ротоглотки – локализованная форма. Да? Мы уже говорили, что локализованная форма, значит, налеты находятся только на миндалинах. Островчатая форма, да, – налет светлого цвета, когда образуются островки диаметром от 0,3 до 0,5 до 0,7 до 1 см. Дифференциальный диагноз фолликулярной ангины, когда есть нагноившиеся фолликулы, проводится по диаметру этих пузырьков. При фолликулярной ангине диаметр нагноившихся фолликулов всегда одинаковый. При островчатой форме дифтерии эти островки будут разного размера.
При пленчатой форме, да, имеется на миндалинах один сплошной налет в виде пленки. Он плотной консистенции, равномерной толщины, с гладкой поверхностью. Он может быть белого цвета, серого цвета и блестящим. Если это распространенная форма дифтерии, то тогда отек и фибринозный налет распространяются с миндалин на дужке и малый язычок. Вот на данном слайде мы видим, что есть на поверхности миндалины налет и налет есть на увулю, на язычке. Это распространенная форма дифтерии. Если налет – это чистая культура дифтерийной палочки, значит, чем больше налета есть, тем больше возбудителя, тем больше эта палочка производит экзотоксина. Чем больше она производит экзотоксина, тем более выраженная будет лихорадка у пациента, тем более выраженная интоксикация. Поэтому при островчатой форме, да, температура тела может быть в пределах 37,5. Интоксикация не резкая. При пленчатой форме уже налета становится больше, а температура повышается выше 38 градусов. Если это распространенная форма дифтерии, то при таком количестве налетов температура тела может быть и уже выше 39 градусов, и интоксикация выраженная. Причем налеты, да, первоначально они могут быть в виде небольшой сеточки, но буквально на ваших глазах в течение нескольких часов этот налет образуется все больше и больше, и уже к концу вторых суток это может быть сплошная, очень жесткая фибринозная пленка. Как правило, при дифтерии ротоглотки налеты расположены с обеих сторон, на обеих миндалинах. При токсической форме дифтерии главным клиническим признаком является появление отека подкожной шейной клетчатки. Основные свойства отека при дифтерии – отек мягкий, так называемый пушистый. Кожа над отеком обычного цвета, окраски. Отек абсолютно безболезненный, нет четкой границы, он переходит в пастозность, не оставляет ямок при надавливании. И не всегда бывает сходу можно отличить. То есть мы всегда спрашиваем пациента, вот у вас сейчас шея для вас нормальных размеров или имеется отек? Да? И нередко пациент говорит, да что вы, да, у меня обычно шейка тоненькая, узенькая, а здесь смотрите, какая большая эта шея появилась. Отек подкожной шейной клетчатки появляется уже в первые-вторые сутки болезни. Он быстро увеличивается и распространяется вниз по передней поверхности шеи. И по степени распространения отека шейной подкожной клетчатки мы устанавливаем тяжесть. Первая степень токсической дифтерии, когда отек расположен до середины шеи. Вторая степень до ключиц. Третья степень ниже ключиц. При гипертоксической дифтерии, а иногда и при токсической дифтерии третьей степени, отек может переходить на лицо и спину и резко выбухать. Но токсическая дифтерия в первые сутки начинается с увеличения в размерах самих миндалин, увеличения язычка. И в первые сутки при токсической дифтерии пока еще белых фибринозных налетов мы не видим, но и не видим практически входа
на заднюю стенку глотки, да, и мы эти пациенты испытывают большие затруднения и при дыхании, и при глотании пищи. Где-то в конце первых суток, на начало вторых суток при токсической дифтерии на фоне вот этих отечных, увеличенных миндалин язычка начинают появляться белые фибринозные налеты. Причем самый первый налет может быть в виде паутинки, нежный, легко снимаемый, но буквально через несколько десятков минут, да, через 30-40 минут вы сняли эту паутинку, и на этом месте снова начинается появляться белый налет. И уже через сутки этот налет становится жестким, белым и фибринозным. Вот на данном слайде, да, мы видим, что у ребенка действительно есть отек подкожной шейной клетчатки. И этот отек до середины шеи. То есть у него токсическая дифтерия первой степени. Но если мы посмотрим на глаза этого ребеночка, то мы видим, как ему плохо. Потому что токсическая дифтерия, да, это нарушенная проницаемость сосудов, это отек идет, в принципе, по всему организму. В данном случае уже отек шейной клетчатки до ключиц. То есть это уже вторая степень. Дифтерия гортани, да, когда патологический процесс развивается не в ротоглотке, а развивается на голосовых связках. И различает локализованную дифтерию гортани. Может быть распространенная дифтерия гортани и трахеи, а также дифтерия гортани, трахеи и бронхов. Для дифтерии гортани характерно постепенное прогрессирующее развитие основных симптомов кашля, осиплости голоса и стеноза гортани. В связи с этим выделяют три стадии заболевания – дисфоническую, стенотическую и асфиктическую. Заболевание начинается с грубого лающего кашля, осиплости, охриплости голоса, появление дисфонии. Но в отличие от вирусной инфекции, которая также может сопровождаться стенозом гортани, при дифтерии гортани наблюдается полная афония. То есть пациент не может говорить, он начинает разговаривать шепотом. При этом температура тела, как правило, субфебрильная или нормальная. Симптомы интоксикации выражены слабо, потому что однослойный эпителий и весь этот токсин, да, в кровь практически не всасывается, а он просто скатывается в дыхательные пути. Ринита, как типичного для респираторной инфекции, у этого пациента нет. И наблюдается полное отсутствие эффекта от проводимой патогенетической и симптоматической терапии. Если поступают такие пациенты, мы начинаем оказание неотложной помощи с ингаляцией, например, пульмикорта, ингаляционного кортикостероида. Мы гидрокортизон или преднизолон вводим внутримышечно, мы даем пациенту десенсибилизирующее средство, и на этом фоне, если это вирусный стеноз гортани, отек уменьшается, и у пациента появляются звонкие нотки в голосе. Потом слизь мокрота накапливается, и у него может опять наступить афония до следующего приступа кашля. При дифтерии гортани никакие наши ингаляции, никакие наши кортикостероиды эффекта не принесут, и у пациента голоса как не было, так и нет. И если, да, через 30 минут после стартовой терапии голос не появляется, это показание к проведению ларингоскопии для того, чтобы посмотреть голосовые связки и оценить, есть там налеты фибринозные или их нет. При второй стадии, когда уже начинается стадия стеноза, появляется инспираторная одышка. Да? Она появляется уже и в покое, и наблюдается
втяжение уступчивых мест, то есть идет реакция со стороны вспомогательной мускулатуры. И вот мы на данном слайде видим, да, что диафрагма западает, межреберные промежутки, надключичные промежутки западают. И мы тоже видим в глазах у ребенка страх смерти. Это гипоксия. Если ему сейчас не оказать медицинскую помощь, он погибнет. Дифтерия носа выделяет локализованную катарально-язвенную пленчатую форму и токсическую форму дифтерии носа. Патологический процесс при дифтерии носа развивается на слизистой оболочке перегородки носа. То есть мы всегда можем посмотреть перегородку носа, и уже с перегородки фибринозные налеты будут переходить на другие участки. Характерна гиперемия и кровоточивость слизистой оболочки, и этот токсин, вырабатываемый коринобактерией, тоже очень плохо всасывается в кровь, он непосредственно стекает из полости носа. И поэтому над верхней губой около носа образуются эрозии, корочки, язвочки. Налет начинается формироваться на перегородке носа. Так, и так как, да, наблюдается нарушение порозности кровеносных сосудов и нередко бывает носовое кровотечение. Если есть токсическая форма дифтерии носа, одна вот такого пациента мы видели в середине 90-х годов, то помимо налетов на перегородке носа у него наблюдается отек лица. То есть, по сути, не видно, где нос, где глаза, да, только видно небольшие щелочки глаз, щелочки носа и щелочка рта. Остальное все одним надутым отечным мячиком. Но пациент от непосредственной дифтерии может умереть только в результате дифтерии гортани, когда пленки полностью перекрывают дыхательные пути или, да, начинается отторжение пленок, и они полностью, опять же, перекрывают дыхательные пути. Во всех остальных случаях пациенты с дифтерией погибают от осложнений. И пациент с дифтерией стоит на трех порогах смерти. Первый порог смерти – это у больных с токсической дифтерией второй и третьей степени в первые 3 дня болезни может развиться инфекционно-токсический шок в результате поражения надпочечников. И, да, чаще всего пациенты погибают именно в эти сроки от инфекционно-токсического шока. Если не от инфекционно-токсического шока, то тогда непосредственно погибают от миокардитов. Причем миокардиты могут быть ранними. Это конец первой, начало второй недели. И поздними. Это на третьей, четвертой неделе и в более поздние сроки. Ранние и поздние характеризуются развитие миокардита, если у пациента еще есть налеты на миндалинах, то этот миокардит будет классифицироваться как ранним. Если у пациента налетов нет, а развивается миокардит, то он будет уже поздним. Механизм развития миокардитов связан с действием экзотоксина и появлением зловещей триады Молчанова. Рвота, боли в животе, ритма галопа. Чаще это развивается на 13-21 день болезни, и это второй порог смерти. Изменения на КГ характеризуются синусовой брадикардией, замещающими желудочковыми сокращениями, депрессии сегмента СТ, инверсии зубца Т. Причем накануне пациент может чувствовать себя замечательно, хорошо. Он может самостоятельно дойти до туалета, и там начинается вот это осложнение. Также осложнение со стороны нервной системы.
И также парезы и параличи могут быть ранними и поздними. Из ранних параличей чаще всего поражается 9-я и 10-я пара черепно-мозговых нервов. Поздние параличи на 3-4 неделе появляется паралич аккомодации, может появиться птоз, поражение лицевого нерва, парезы нижних и верхних конечностей, дыхательных мышц. И в результате развития этих поздних параличей также, да, может быть третий порок сердца, порок смерти. На 30-50 день идет парез межреберных мышц, дыхательной мускулатуры, парез диафрагмы. И начинается это все со слабости, с парестезии, снижения рефлексов вплоть до арефлексии и атрофии мышц. И пациент, по сути, погибает от механической асфиксии. Он в полном сознании, он все понимает, он хочет вдохнуть, но вдохнуть у него не получается. И в течение нескольких минут наступает смерть. Поражение почек при дифтерии происходит только при токсической форме по типу токсического нефроза. Изменения обычно исчезают в течение 1-2 недель, но иногда они носят волнообразный характер и усиливаются в конце 2-й недели болезни. При тяжелом течении может развиваться азотемический синдром на фоне олигоанурии. Острая почечная недостаточность, как правило, развивается у лиц, страдающих алкоголизмом, и может быть одной из причин смерти. При благоприятном исходе симптомы нефроза исчезают полностью. Лабораторная диагностика. Основным методом диагностики дифтерии является бактериологическое исследование мазков из носа глотки на БЛ. Предварительный результат, что растет какая-то корина бактерии, да, дифтерии, нам лаборанты могут сказать через 24 часа. Еще через 48 часов они скажут, что выросла корина бактерии, дифтерии токсигенная или нетоксигенная. И через 3 суток они определяют биовар. Токсигенная корина бактерии гравис, митис или интермедиус. Корина бактерии дифтерии, так, они очень красивые, когда растут на питательной среде Маклауда. Так, они вот имеют юбочку, блестящий центр, да, достаточно крупный, с выпуклым центром, волнистыми краями. Да, мы говорим, да, как балерина в юбочке. И у каждой корины бактерии требуется определить наличие гена токсигенности ТОКС+. Это для этого используется на плашке Элика с методом иммунодиффузии. И если появляются вот такие нити, то они как раз свидетельствуют о том, что у пациента есть ген токсигенности, и эта корина бактерия токсигенная. Забор материала при обследовании на дифтерию. Материалом служат фибринозные налеты и пленки с пораженных мест ротоглотки и носа больных, слизь или отделяемые раны, отделяемые слизистые оболочки глаз, ушей, половых органов, там, где может быть дифтерийный возбудитель. Забор осуществляется стерильным ватным тампоном на стержне. Из ротоглотки забор производит до приема пищи, до проведения туалета, чистки зубов и до лечебных процедур. Причем, обратите внимание, левой рукой, да, тот человек, который осуществляет забор анализов, прижимает язык ко дну, да, правой рукой металлический стержень с тампоном вводит, не касаясь ни шпателя, ни слизистых оболочек. Непосредственно подводит тампон к миндалинам
и берет мазок. Он должен взять мазок непосредственно с налета, а также с границы здоровой ткани. Если это ребенок, то для забора анализа должен быть второй человек, который в этот момент будет фиксировать голову ребенка. Забор материала из носа следует проводить после тщательного очищения его от слизи сухим ватным тампоном. При этом, да, также левой рукой фиксируется голова ребенка, большим пальцем поднимается кончик носа кверху, да, а правой рукой вводится тампон на перегородку носа. Сначала с одной стороны, потом с другой стороны, не касаясь кожи вокруг носа, да, не касаясь крыльев носа. При дифтерии гортани рекомендуется брать материал непосредственно у входа в гортань при помощи согнутого под углом стержня. Специальный стержень, да, с загнутым кольцом, который заводится на заднюю стенку глотки. Необходимо обеспечить быструю доставку тампонов в лабораторию, так как материал должен быть посеян на питательную среду не позднее 2 часов от момента забора анализа. Для лабораторной диагностики можно использовать реакцию непрямой гемагглютинации, которая позволяет выявить дифтерийный токсин в исследуемом материале. В основном, конечно, мы используем материал кровь. И там определяем наличие дифтерийного токсина. РНГ с дифтерийным токсином определяет уровень дифтерийного антитоксина в сыворотке крови больных в динамике, начиная с первых дней болезни и в последующем через 7-14 дней. Диагностическое значение результата РНГ имеют при нарастании титра антител в 2-4 раза. Серологическая диагностика определения в парных сыворотках антитоксических антител. Реакция прямой гемагглютинации, реакция нейтрализации сейчас практически не используются. В гемограмме при локализованной форме дифтерии отмечают умеренный, при токсических формах высокий лейкоцитоз. Нейтрофилез со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, нарастание СОЭ и прогрессирующая тромбоцитопения. Тактика терапевта при подозрении на дифтерию складывается из активного наблюдения за больным ангиной с патологическими наложениями на миндалинах в течение 3 дней от первичного обращения с обязательным проведением бактериологического обследования больного на дифтерию в течение первых 24 часов от момента установления диагноза. При необходимости госпитализации в направлении должны быть указаны первоначальные симптомы заболевания, много было налетов, мало было налетов, с одной стороны они были, и их динамику. Был отек подкожной шейной клетчатки, нет отека подкожной шейной клетчатки, чем проводилось лечение, а самое главное, сведения о профилактических прививках. И напомню, что последнюю прививку от дифтерии пациенты наши получают в 14 лет. Это обязательно у всех есть. А далее прививки надо выполнять ревакцинацию каждые 10 лет. В 24 года, 34, 44 и так далее. И за этим уже следят сами пациенты. Режим постельный. В связи с тем, что может развиться осложнение, да, и мы уже с вами говорили, есть второй порог смерти, есть третий порог смерти, поэтому здесь строго постельный режим. При легких формах от 10 до 14 дней, при токсической дифтерии от 3 до 7 недель, до 50 суток
пациент может находиться на строгом постельном режиме, то есть в условиях реанимационного отделения. При развитии осложнений он будет находиться на постельном режиме до полного излечения, и расширение режима следует проводить постепенно. В лечении больных дифтерией основная роль принадлежит антитоксической противодифтерийной сыворотке, которая способна нейтрализовать токсин, циркулирующий в крови. Сыворотка противодифтерийная представляет собой содержащую специфические иммуноглобулины белковой фракции сыворотки крови лошадей, гипериммунизированных дифтерийным анатоксином. Белковая фракция очищена концентрированным методом пептического переваривания и солевого фракционирования, и сыворотка содержит антитела, нейтрализующие токсин дифтерийных бактерий. Но мы с вами из патогенеза помним, что сыворотка может нейтрализовать экзотоксин, попавший в клетку в течение 30 минут. Да? Поэтому сыворотка будет вводиться только в том случае, если у пациента есть налеты на миндалинах, а значит есть продукция свежего экзотоксина. Если налетов на миндалинах нет, а у пациента развиваются парезы, параличи, миокардит, то в этой ситуации сыворотка уже помочь не сможет. Она уже не сумеет нейтрализовать экзотоксин, находящийся в клетках, либо в миоцитах, либо в нейроглии. Введение противодифтерийной сыворотки осуществляется побезредко. Сначала вводится внутрикожно 0,1 мл разведенной сыворотки, так называемая проба на чувствительность. Спустя 30 минут проводится оценка этой пробы, как реакция МАНТУ. Да? Если есть уколочная реакция, то проба считается отрицательной. Если есть гиперемия до 5 мм, проба считается отрицательной. Если есть папула любых размеров или гиперемия более 5 мм, то проба считается положительной. Но и в данном случае, даже если проба положительная, да, то мы не можем не вводить противодифтерийную сыворотку. И приходится, да, вводить сначала глюкокортикостероиды, а потом вводится уже 0,1 мл неразведенной сыворотки. И если опять через 30 минут в месте введения никакой реакции нет, оставшуюся дозу можно ввести внутримышечно. Если внутрикожная проба положительная, сыворотку вводят дробно по схеме в соответствии с наставлением к сыворотке. Ну, как правило, да, вот по опыту нашему, когда сначала вводишь разведенную сыворотку, реакция положительная. Вводим преднизолон, пациента переводим в реанимационное отделение, готовим реанимационную бригаду, готовим аппарат для искусственной вентиляции, делаем доступ к центральной вене и уже, да, готовясь к анафилактическому шоку, потому что ведь эта сыворотка содержит пусть небольшое количество, но белок лошадей, так, и после этого вводим неразведенную сыворотку, и вот, как правило, уже под прикрытием преднизолона или дексаметазона уже эта вторая проба становится отрицательной, и потом через 30 минут вводим внутримышечно. Доза сыворотки не зависит от пола, не зависит от веса, роста пациента. Она определяется тяжестью патологического процесса. То есть она определяется формой дифтерии. И если это дифтерия ротоглотки,
островчатая форма, локализованная, то используется 10-15 тысяч международных единиц сыворотки. И, как правило, этого бывает достаточно для лечения этой формы дифтерии. Если это распространенная форма дифтерии, то первоначальная доза 30-40 тысяч международных единиц. При токсической первой степени 60-80 тысяч. При токсической форме третьей степени это 100-120 тысяч международных единиц первоначальная доза. И эти дозы, эту сыворотку будем выполнять ежедневно до тех пор, пока у пациента не будут появляться налет, пока есть налеты. Да? Под введением сыворотки эти белые фибринозные пленки начинают активно отторгаться, и пациент начинает их сплевывать, буквально вот прям, да, в чайное блюдце. И если, да, все они отторгаются, и вполне возможно, одним-двумя введениями сыворотки можно ограничиться. 10 тысяч международных единиц сыворотки занимают объем 7 миллилитров. И если у пациента токсическая дифтерия второй степени, то мы ему должны ввести минимум 80 тысяч международных единиц. 80 тысяч, да, умножаем 8, умножаем на 7 миллилитров, получается 56 миллилитров сыворотки внутримышечно мы должны ввести пациенту, да. Ну и вводим 10 миллилитров в одну ягодицу, 10 в другую, 10 в бедро, 10 во второе бедро, 10 в плечо, да, и оставшиеся 6 во второе плечо. Сыворотка очень болезненная, да, очень тяжело переносится. Также непосредственно этиотропной терапией дифтерии являются антибиотики. Самым лучшим антибиотиком для лечения дифтерии является бензилпенициллин по 2 миллиона через 4 часа внутримышечно. Но, к сожалению, сейчас у нас заводы мало выпускают бензилпенициллина, поэтому в основном используем цефалоспорины третьего поколения. Ceftriaxone из расчета 50 мг на килограмм в сутки в 2-3 приема в течение 5-7 дней. Лечение осложнений. Да, при миокардите строгий постельный режим, использование препаратов НПВС, кортикостероидов, трентала, допамина, антиоксидантов, репарантов под контролем ЭКГ, эхокардиографии, под контролем кардиолога. Бульбарный синдром. Также постельный режим, зондовое кормление, витамины группы В, физиотерапевтические процедуры со второй-третьей недели, антихолинестеразные средства, антигипоксанты. Лечение бактерий-носителей токсигенных коринобактерий складывается из назначения антибиотиков. Это могут быть цефалоспорины первого поколения, например, цефалексин. Это могут быть макролиды или рифампицин внутрь в среднетерапевтических дозах. Используется местная терапия с дезинфицирующими средствами, например, раствор фурцелина, мирамистина, хлоргексидина и так далее, и физиолечение, КУФ носовых ходов и ротоглотки. Профилактика дифтерии. Существует специфическая и неспецифическая. К специфической профилактике относится вакцинация. Для детей до 4 лет используются вакцины с коклюшным компонентом АКДС. Если ребенку исполнилось уже 4 года, то используется АДС. Если ребенку исполнилось 6 лет, и для, соответственно, взрослых уже используется АДСМ анатоксин или АДМ анатоксин.
Неспецифическая профилактика заключается в изоляции больных в инфекционный стационар, проведении заключительной дезинфекции в очаге, карантин для контактных на 7 дней с ежедневным медицинским осмотром, осмотр контактных лор врачом, их обследование на БЛ и немедленная иммунизация контактных лиц, получавших анатоксин более 5 лет назад. То есть этим пациентам делается одна доза АДСМ. Если пациент не помнит, когда он себе делал прививку от дифтерии после 14 лет, то здесь выполняется полная вакцинация с интервалом в 45 дней между двух прививок. Химия-профилактика контактных лиц проводится макролидами в среднетерапевтических дозах. Диспансерное наблюдение за реконвалесцентами дифтерии. При локализованной и распространенной дифтерии ртоглотки срок наблюдения 3 месяца. Субтоксическая и токсическая дифтерия первой степени 6 месяцев. Токсическая дифтерия второй и третьей степени не менее 1 года. По показаниям проводится лабораторное инструментальное обследование, осмотр специалистами. Ну и диспансерное наблюдение специалистов будет зависеть от того, какие осложнения наблюдались у пациента. Если у пациента был миокардит, то эти 6 месяцев или 1 год он будет наблюдаться в первую очередь кардиологами. Если у него были парезы, параличи, то он будет наблюдаться неврологами. Благодарю вас за внимание. До свидания.